Что будет в новом эпизоде? Если ты не хочешь, чтобы наша серия стала финальной, если вы хотите, чтобы Сахер и Яман были счастливы, давайте нажмем кнопку лайка и увидим наш номер. Превратится ли в реальность брак Сахер и Ямана? Откроется ли звукозапись? Какой будет новая жизнь Али? Смогут ли они разделить Ямана и Сахер? Вот ответы на ваши вопросы в этом видео. В новом эпизоде нашего сериала Сахер и Яман будут приближаться с каждым днем. Яман даже признается в своих чувствах Сахер, но Сахер будет очень довольна этим признанием, потому что Сахер очень сильно любит Ямана больше, чем свою жизнь. Вот почему брак Ямана и Сахер станет реальностью. Также Сахер поможет Яману решить проблемы его прошлого, потому что Сахер знает, что Яман еще несет бремя своего прошлого, так что Сахер даст ему еще один шанс. Любовь этой пары преодолеет все. Итак, эта пара будет счастлива после всех этих трудностей. Тогда Яман станет еще ближе к Сахер. Следственно, между Сахер и Яманом будет прочная связь. Яман забудет свое прошлое и откроет новую страницу своей жизни. Хотя Сухаль и Икбаль пытаются разделить эту пару, им это точно не удастся, потому что связь между Яманом и Сахер очень сильна. С другой стороны, Зухаль попытается положить конец Икбаль. Зухаль даже отправит запись голоса Икбаль. Икбаль тоже будет шокирована, когда узнает об этом, потому что Яман знает, что если он выучит эту аудиозапись, ему придет конец. Вот почему Икбаль будет использовать все средства, чтобы преодолеть эту ситуацию. Но что бы ни делала Икбаль, ей будет скоро конец, потому что Яман узнает правду. А Яман преподнесет Икбаль незабываемый урок. В жизни Али произойдут серьезные изменения, потому что он не сможет некоторое время быть один. Вот почему Али будет жить другой жизнью, нежели его прежняя жизнь. Но позже он поймет, что ошибался, и он снова начнет свою жизнь. Как вы думаете, когда появится истинное лицо Икбаль? Буду ждать ваших комментариев ниже. В новом эпизоде нашего сериала Сахер простит Ямана, ответит ему взаимностью. Поэтому Яман избавится от проблем, принесенных прошлым. Но в сердце Ямана все еще есть тоска по матери. Это больное прошлое. Ямана может навредить их любви. Если Сахер не будет осторожна, она снова покинет Ямана, потому что доверие Ямана и Сахер снова будет поколеблено. Вот почему Сахер сначала нужно исцелить Ямана. И скорее всего, Сахер поможет Яману. Сахер спасет Ямана от тьмы прошлого. Яман также избавится от своего прошлого благодаря Сахер. После этого Яман признается в любви Сахер. С началом любви этой пары произойдут новые события. Другими словами, фиктивный брак Ямана и Сахер превратится в реальность. По мере того, как брак станет реальностью, в сериале будут захватывающие сцены. Зухаль пожалеет о том, что сделала со своей сестрой. Но если надзиратель заподозрит Зухаль, ее жизнь будет в опасности, потому что Зухаль спасла свою сестру. Поэтому Зухаль ждут большие трудности. Вскоре станет понятно, что Зухаль не несет ответственность за все свои события, и Яман сделает все возможное, чтобы Зухаль наказать. К тому же Икбаль продолжит все свои злые дела, потому что Икбаль хочет иметь все крымское наследие. Икбаль испробует все плохие способы для достижения своей цели. Конечно, Икбаль видит, что Сахер – это препятствие на ее пути. Вот почему она сделает все, чтобы нейтрализовать Сахер. Яман скоро дойдет до голосовой записи Икбаль. Яман испытает шок в своей жизни, когда узнает правду, потому что Яман не захочет верить в предательство Икбаль. Но позже Яман не изгонит Икбаль из особняка благодаря Зии, потому что Яман знает, что если он изгонит Икбаль, Зия будет потрясен. Так что Яман позволит Икбаль остаться в особняке, но позже благодаря садовнику истинное лицо Икбаль раскроется. Когда Яман поймет это, он изгонит Икбаль из особняка.
Яман наиболее суворо накажет Икбаль. Другими словами, Икбаль тоже не будет в жизни Ямана Сихер. В следующем эпизоде жизнь каждого изменится внезапно, потому что новая эра начнется со спасения Икбаль Яманом. Поскольку Икбаль спасена, с этого момента она будет творить еще больше зла. Яман какое-то время не будет замечать предательскую со стороны Икбаль, но Икбаль ждут тяжелые времена. Потому что в последней серии признательные показания Икбаль были записаны на магнитофон. Так что даже если Икбаль выживет, ее ждут худшие дни. Факты обязательно скроются. Когда правду узнает Яман, он испытает шок. На самом деле Яман захочет наказать Икбаль за ее предательство. Но Яман простит Икбаль, чтобы не огорчался Зия. Когда настанет день, Яман нанесет Икбаль самое тяжелое наказание. И Икбаль полностью исчезнет из жизни пары. В этом процессе Яман и Сихер станут еще ближе. Яман даже захочет признаться Сихер в своих чувствах. Но в первый раз это будет очень сложно. Но позже Яман признается в своих чувствах Сихер при поддержке Чингера. Сихер также даст Яману еще один шанс, потому что она так сильно его любит. Даже таким образом фальшивый брак Сихер и Ямана превратится в реальность. Но эту любовь поджидает серьезная опасность, потому что Икбаль будет продолжать творить зло, пока не откроется ее истинное лицо. Таким образом, она планирует разделить Сихер и Ямана. Если Яман и Сихер не будут осторожны, они разойдутся. Но если Яман будет осторожен, такого не произойдет. Вот почему Яман должен как можно скорее осознать факты. Яман нанесет Икбаль заслуженное наказание, поскольку он узнает правду. Кроме того, Сихер поможет Яману решить проблемы с его прошлым, потому что Сихер не захочет, чтобы Яман страдал. Вот почему Сихер поддержит Ямана. Таким образом, Яман избавится от тяжелого бремени своего прошлого. С другой стороны, в жизни Али произойдут некоторые изменения. Кто-то вдруг присоединится к жизни Али, и благодаря этому человеку Али начнет забывать все свои прежние боли. Но для этого нужно время, потому что Али нужно немного больше времени, чтобы открыть свое сердце кому-то новому. Поэтому Али пока не сможет восстановиться из-за смерти своей любимой. Фактически, Али будет считать себя ответственным за все, что произошло. Позже Али поймет, что совершил ошибку. И он начнет новую жизнь, потому что Али снова будет жить благодаря одному человеку. Так что с этого момента будут более захватывающие сцены. Султан по-прежнему будет в восторге, когда жизнь Али будет в порядке. Мы подошли к концу этого аналитического видео, ребята. Чтобы наша серия продолжалась, вы можете подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. Увидимся в следующих видео. До свидания!